Эта ниточка, она подверглась воздействию облучения Нины Сергеевны. И в процессе вот этого облучения, без всякого разогрева, Нинель Сергеевна деструктировала макромолекулярные цепи, из которых состоит вот полимер и в конечном итоге нить. И вот в результате ее вот этой дистанционной лучевой деструкции, в месте, где был сосредоточен пучок ее облучения, произошел разрыв нити в конечном итоге.